Аллилуйя, слава Рабаделай, Дарибада Грабента, Левира Гарамента, Лайзер, народ мой, вот привел тебя к этому оазису любви, этому оазису питания, изливаю эти источники оживляющие, и все более и более хочу оживлять сердце твое, и хочу, чтобы ты понимал и разумел, что я возлюбил тебя любовью вечной, я простер тебе свое благоволение, и этот день прекрасно я изливаю утешение и милость в сердце твое, ибо хочу перевязать сердце твое, хочу утешить сердце твое, хочу укрепить веру твою, хочу укрепить стопы твои, хочу, чтобы ты не дрожали колени твои, чтобы руки веры поднялись выше и выше. Верь, народ мой, что я есть Бог твой, ибо милость моя так велика над тобой, народ мой. Я так хочу, чтобы ты оценил это все, чтобы твое сердце ликовало и пело в эти времена свободы милости, которые как подарок себе посылаю тебе, народ мой. Оцени это все, радуйся Господом твоим, хвались Господом твоим, ликуй Господом твоим, дыши Господом твоим, чтобы дыхание души твоей, внутренность внутреннего твоего человека, оно более и более расширяло пределы внутреннего твоего духовного человека, чтобы ты укреплялся и утверждался в благодати, ибо время непростое будет, да, народ мой, но время питания, питайся, народ мой, расширяй пределы сердца твоего, чтобы я мог изливать эти потоки, которые льются и льются все более и более. Народ мой, помни, что я твоя защита, я любовь твоя, народ мой, не человеческая, нет, божественная. И порой ты не понимаешь моим действиям, которые порой бывают настолько непонятны тебе, что ты с одной стороны ожидаешь, а я с другой, что ты одного ждешь, а я другое, наказание ждешь, а я милость, бича ждешь и боишься, дрожишь, а я благословение. Я не человек, народ мой, я знаю, что ты человек, что как моль рассыпешься, если буду только обличать тебя. Но я обличаю и умею, как можешь нести, и сверх силы меры ничего тебе не даю. Но даю все для созидания, ибо созиданница церковь моя, голубица моя, которую я со всех сторон обхаживаю, которую я со всех сторон осматриваю, и один, как виноградарь, каждый кустик подвязываю, ибо хочу, чтобы везде были плоды сочные, сладкие плоды, приятные, благоуханные, чтобы ты был для меня благоуханен, чтобы благоухание мое, оно через тебя все более и более производилось, все более и более было видно, народ мой, чтобы ты шел и видели, что-то идет, дитя Божие идет. О, народ мой, как нужен этот свет! И этот свет кто даст, кроме как не я, Духом Святым? И я изливаю эти потоки света, я изливаю эти потоки благодати, и я более и более обхаживаю тебя, и более учу тебя, и поддерживаю тебя, и веду своей рукой, чтобы ты доверился мне, чтобы ты понимал, что я люблю тебя, что я не оставляю тебя и забочусь о тебе. И поэтому говорю тебе, что бы ни было в жизни твоей, народ мой, верь твоему Господу до конца, только я могу тебя довести, только я могу тебе помочь, и пусть твое сердце всегда поет, пусть ликование Духа Святого все более и более будет в душе твоей, во внутренность твоей, чтобы я была всегда песнь твоя, не на словах, песнь твоя в жизни, народ мой. И тогда будешь видеть, как ты будешь силен, как ты будешь крепок мной, народ мой, силою моей, благодатью моей, крепостью моей и благословениями моими. Ибо я дающий благословение, я дающий силы, и только я укрепляющий, защищающий и благословляющий свой народ и церковь свою. Аминь.